Пришел сын поздравить меня с Фатертагом, День Отца, и принес вот такой вот подарок, набор какой-то, мясо тут всякое такое. Вот сейчас хочу развязать, посмотреть. Вошел, поздравил, хочу посмотреть, что же здесь такое за набор такой классный. Что здесь в нем есть, интересно же все-таки. Вот первое, компот написано, но что это за компот, не знаю, с градусами он или без градуса, но пусть будет. Вот такая баночка, соус для барбекю, тоже пригодится, будем грилить на улице. Масло какое-то. Так, это что такое? Даже не знаю, что это такое. Масло сливочное, скорее всего. Да. Ну, тоже хорошо. Здесь грамм 200, наверное. Но если есть лучок и перчик, значит это с градусами. Так, следующее. От всего написано от сердца. Как бы от всего сердца. Что здесь такое сейчас заглянем? О, сухарики. Тоже к закусочке, к салу пойдут. О, сердечко. Бестер папа. Лучший папа. Любят, наверное. Вот такое вот мясо подкопченое. Тоже, наверное, вкусненькое. Вот сало еще. Все запаковано так. Без воздуха, безо всего. Вакуумная упаковка. Значит, храниться должна хорошо. И вот еще такие вот ребрышки. Тоже все запаковано. В вакуумной упаковке. Ну, вот такая вот. Такой вот подарочек. Классный. Ну, спасибо. Молодцы. Огромное спасибо. И дочь подарила, пришла, хороший подарок. И сын хороший подарок принес. Дочь принесла конфеты шоколадные. Знает, что папа любит. Дочь подарила вот такую дощечку. Она знает, что я люблю кушать с дощечки. Супер папа. И еще она принесла конфеты. Мои любимые. Вот такие вот. Спасибо им всем. Молодцы они. Хорошие у меня дети. А это подарок от дочери зятя. А это от сына с невесткой. Большое им спасибо.